Я, во-первых, хочу сказать, точнее, поприветствовать команды, которые пришли в первую лигу высшую. Надеюсь, действительно поиграем. Во-вторых, что касается последней игры, надеюсь, в следующем сезоне ничего подобного не повторится, касаемо форума. В-третьих, каждому читеру по Геркулесу. Спасибо всем тем, кто приложил хотя бы чуть-чуть руку к написанию книги, которую мы, собственно, выиграли. Вот, и в-пятых, последнее, спасибо огромное моей команде, двум командам. Во-первых, Альфу я свою поздравляю. Первый раз новички, которые вообще не играли, вышли в сети. Вышли в первую. И спасибо огромной команде, которая весь сезон попала в вышки и, собственно, тоже стрельнула. Спасибо большое, команда МЛЕС, за эту победу и за ваше время. Спасибо большое, вы молодцы. Давай, делаем шоу. Ну что ж, команда Леонтуга за компания. Второе место. Небольшое, совершенно не командное заявление. Я просто пользуюсь случаем, что у меня в руках микрофон, и до меня никто быстро не добежит. Если есть кто-то из команды 6 на 7, голосуйте за Кирилика. Я буду лучшим капитаном. Вот, да, те, кто знают, те убираем. Теперь, собственно, к сезону. Я обещал, честное слово, что ничего плохого говорить не буду. Вот, поэтому буду говорить только хорошее. Спасибо авторам игр. Все было очень хорошо. Нам понравилось. Пишите еще. Спасибо доблестным командам, с которыми мы соревновались. Команда МЭЦ, которые задали жару. Славные ребята. Вот. Ну и, в общем, добро пожаловать новичкам. Вот. Зажжем, я думаю, в следующем сезоне. Вот. Спасибо. Спасибо. Да. И вот кубок, пожалуй, мы не возьмем. Спасибо, ребят. Ну что, бывает, возьмем. Во-вторых, я бы хотел публично принести.